12 апреля в субботу в 17 часов. Торжественное закрытие 22-го международного фестиваля музыки Иоганна Себастьяна Баха «Иоганн Себастьян Бах. Вершина и окружение». «Вива Моцарт». На сцене симфонический оркестр Москвы, Русская филармония, дирижер Дмитрий Юровский, солисты Родион Петров, скрипка, Александр Акимов, альт. В программе Вольфганг Амадей Моцарт, увертюра к опере Дон Жуан, концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми бемоль мажор, симфония номер 40, соль минор.